19 марта в зале районной администрации прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. За честный и качественный труд собравшихся поблагодарил глава Северского района Адам Джерим. Я уверен, что и завтра, и последующие дни, месяцы и годы все потихоньку будет восстанавливаться. Самое важное – это экономика, это финансовое благополучие вашей семьи, ваших детей, потому что за вами на самом деле дети, внуки, у кого. Еще раз всем низкий поклон за труд, за работу. Очень хочется, чтобы в районе все было великолепно. Чистота, порядок, чтобы люди были довольны обслуживанием, торговлей. Вот. Но я уверен, что вы со своей работой справляетесь на отлично. Мира и добра, счастья, благополучия, достатка, уюта. И пусть у вас все будет хорошо. С праздником! За особые заслуги перед муниципалитетом работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ поощрили почетными грамотами и благодарственными письмами. Также собравшихся поздравили артисты района. Под громкие аплодисменты они исполнили танцевальные и музыкальные номера. Тяжело представить нашу жизнь без помощи работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. Они вносят огромный вклад в развитие экономики, ежедневно совершенствуют свои навыки и улучшают качество услуг.